Всем привет, подписчики и зрители моего канала. Сегодня уже 30 ноября, последний день осени. Выбрались мы первый раз на рыбалку. Хотим сегодня что-нибудь попробовать поймать. До этого лед у нас никак не мог нормально встать. Местами тонкий был. Ну, сейчас уже как потолще, где-то сантиметров 10 уже идет. Ну вот, взяли с собой хапугу. Удочки поставим, посмотрим, что сегодня у нас поймается в этом году. Ладно, не переключайтесь, поглядим. Пойдем мы. Может быть, там коса находится. Щучья. Я покажу. Может быть, вон до той косы пойдем, которая далеко находится от нас. Ну, сегодня хорошо, ветра нету, тепло, погода вроде как восстановилась, а то до этого у нас дожди были, все таяло, вроде как ноябрь месяц. А сегодня-то у нас уже 30 ноября, последний день осени. Какой? Да вот ты уже на руке рукой держишь. О! Так, вешаем нашу вчерашнюю насадку в виде гранаты. Да. Опускаем. Смотри, подожди-ка. Ну-ка, идет распыление. А, распыление? Да. Ну как пузырится? Да, пузырится. Видишь? Ага, все. Ну все, опустили. Ну тогда это. Ты эту удочку сделай по... Распусти еще леску. Сейчас Аня распустит ее немножко. Не-не-не, что ты делаешь? Ты ее распусти, чтобы можно было. Сейчас мы ее вот поставим. Просто удочку саму пробьем и поставим, чтобы она стояла. Да зачем? Не, да ты сделай это. Небольшое отверстие. Чтобы это. Сейчас мы удочку поставим. Она будет стоять. Ну все. Это у нас уже была четвертая лунка. Четвертая. Для хапуги. Не могли никак найти. Ну все. Сейчас Аня ее ставит. Все. Может это? Опустить поплавок чуть-чуть. Под воду, чтобы он не замерзал. Маш, еще? Еще давай. Чуть-чуть. О! Что, много, нет? Может, чуть-чуть приподнять? О, отлично. Ну все. Поставили. Пускай стоит. А-а-а. Ну все, рыбалка поперла. Что, Саня, будешь здесь долбить? А? Народу, народу, сегодня тепло. Народу вообще здесь просто море здесь. Вон еще идет народ. Там тоже сидит вдалеке. Сейчас приблизим. Там один, и вот там еще. Вон, видите, как далеко от нас сидят. Вон, еще народ идет. Все идут сети ставить. А то намечается буранчик скоро. Ладно, продолжим. Будем сейчас рыбачить уже. Время почти 10 часов. 2 часа убили, но все про все.
Саня задолбился. Здесь вот сетку ставят мужики. Стоят наши удочки. Первая — тишина. Вторая — то же самое, тишина. Здесь мы поставили хапугу. И также на нее абсолютно тишина, на эту хапугу. Народ, который там сидит, у них тоже там рыбы вообще толком нет. Куда она делась, фиг его знает. Эти вот сетку проверили. Сейчас снова ставят обратно. Хрен знает, кому-нибудь. И вот, за сутки, сетку не сутки пристояла. И в общем не было ни одной рыбины. Вот они снова ставят. Посмотрим, что там еще попадется потом в дальнейшем. Ну тоже сами. У него тоже ничего нету. 4 удочки тоже стоят. И одна хапуга, тоже тишина. Где рыба? Фиг его знает. Куда она делась? Фиг удолбили. Этими заездками, бляха-муха. Ладно. Сейчас посидим еще чуть-чуть. Там он тоже сетку ставит. Трое сейчас покажу. Кто-то где трое. Тоже ставит сетку. Ну, фиг его знает, попадется там ничего-нибудь туда. Нет. А так хорошо на улице. Прекрасно, ветра нету. Тишина. Покой. И это. А завтра говорят, что, блядь, погода портится. На снег. А? Ну они походу туда, да? Он уже на снегоходе не спится. Вон они едут. Ладно, сейчас еще чуть-чуть посидим. Сейчас часок. Да и пойдем уже домой. Что смысл сидеть? Не вижу смысла. Если рыбы нету, ты хоть что сделай. Ладно, пока отключимся. Потом посмотрим, что дальше будет у нас. О, проверяет сетку. Что-то у них там. Пойдем. Я посмотрю, что они там поймали, мужики. Хоть во вторую сетку. О, щучка. Ну вот это уже поудачнее, да? Да все равно бы ты путала. А, толстолобик. Фитнер, да? Ну уже хоть уже что-то есть. Не то, что в первой, да? Пустота была. Он тоже на снегоходе поехал. Ну все, нахуй. После бурана нахуй надо ехать. Надо к себе прицепом зацепиться. О, еще щучка. Я говорю, выдавливай, лед будет намораживать. Будет туда выдавливать. О, еще одна. Ну, вообще. Хоть в этой сетке что-то есть. Погода здесь вчера загуляла. Чуть-чуть раз и рыбка. Вчера что, не было, да? Нет.
и вчера было получше. А сколько оно длиной? Подлиннее чем-то? Ну они по краку идут. 40-45. Они летят, что длиннее, да? 50 метров. А как говорят, 40, там 35 примерно, 37. А 50 где-то, 45. Но все равно уже хоть не в холостую, да? Чем с первой. Да, ожидаемо было. Ну, о, другое дело. Леночек, ну, леночек, ну. Учись, Леха, блядь. Ну что, мне сейчас тоже, что ли, сетку ставить тогда? Я вчера вот на Ямахе, у меня сетка проехала, вот они вчера были. Ага. Видишь, даже кромки подъехали. Ну а что, мы ее усадили, блядь, один раз 40 где-то. Ага. Тут около метра воды. Ну вот это сколько он простоял? Сутки тоже, как и та, да? Ну вот. Может там то, что из-за торосин? Да она неправильно стояла, блядь, вдоль, блядь, амура стоит. Конечно, что она там ловит. С другой стороны, в прошлом году стояла, по вдоль. Да, стояла. И ловила, блядь. Ну. Не так, как в этом году, все равно. Уги нету, ничего нету. А потом это пугало его. На прошлом году и лед был сам по себе, он весь. И грязи такой. И грязи, ну. Да ну прям вот под дорогу ставили. Воды не было. Взять некуда было. Нет уже. Ну вообще просто реально прелесть, а. Конь. Собачья радость. А вчера коня поймали. Вот такой коник. Ага. Такой коротенький какой-то, горбатый. О! Смотри, он, смотри, какой попался. Ух ты, блядь, этот нехороший. И у него так глаза, как на ниточках, ага. Вот так вот. А почему? Да, я не знаю. Потому что, блядь, уже сильный ламбур. Может, это? Ой, дай мне, я его сам отпущу, вот это. Вот это, малыша. Долго держать не надо. Не-не-не, мы его сразу же это. Где-то красавца. Видите, какой красивый, маленький. Все, мы его сейчас отпустим, пускай плывет. Опа! Все, ушел. Блин, одна щука. Одна щука, ну, вообще. Ты посмотри, а. Это вообще перекручено все, да? У нас под берегом один кино. Где там? Какой-то год у нас, блядь. Ну вот сетка вот так же. Тоже лед был. 17, наверное. Вот так вытаскивают, мешок. Но сидят вот рядом, вот он. Бумки же сидит, махали. Нифига. Не берет. Это хуёвый лед тогда был. Ага. Мы один раз с тестем поставили, блядь, трехстенку с дури, блядь. Ой, блядь, коней мы, блядь, по мешку коней только снимали, проверку, блядь. Тут рыбаки сидели, сходили, мужики, надо коней, блядь. Не, а конь что, хорошо, его, если много его, на фарш и на котлеты. Ну ты попробуй, на морозе распутают их в стенку, блядь. Ну да. А в капугах нету, ты посмотри-ка, а. Чем? А в капугу поставили, нету тишины. А здесь хабу, она не откроется. Она не открывается. Мелко, да. Вон еще одна. И корешка по коринка. Это судак маленький. Маленький судачок.
Да-да-да. О, еще один веночек. Зачетный такой будет большой. Ну да, ну сейчас посмотрим. Она уже, правда, еще пока не заканчивается. Может, не попадется реально. Может, мамка какая-нибудь щука попадется. Да нет, навряд. Здесь навряд. Ну так, ну всякое может быть. Ну да. Че, вон, смотри, мини-судачок. Да ладно, он потом подрастет, побольше будет. Ничего не наделает. Ну согласись, у нас его никогда и не было, этого судака. Котлеты заебаты. Да, ну котлеты, пельмени. Лучше, чем щукино. Но. Не. Это, судака повкуснее все равно. Если здоровый. Но. Я в этом году его наловил, ебать нахуй. Опа, сижок. Сижок, но. Венок. Или ночек. Вот этот нормально, вот я считаю, вот это улов так улов. Че, нет? Ну все равно, по крайней мере, уже не в холостую. Чем с первой. Так, ну если этот на снегоходе уже здесь мотается, значит нормально. Что там вообще проверяется в одном углу? Народу в этом году как никогда здесь одни. Ну. Да это сейчас после бурана будет меньше. Сейчас снега нахуярит столько, что лень будет ходить, блядь. Это всегда так. Да, только побуранится. Мне почему на Амурчике нравится, там, блядь, народу мало сюда. Ну, сюда пешком далеко уйти. Да, там 3-4 человека ловят, блядь, спокойно. Блядь. Здесь тихо. Вон корешка. А, это сюда. Это сюда. Поебал, он плавает, блядь. Да вы ебло. А этот колючка сразу уплыла. О, это уже покрупнее, ну. Судак. Щука. Щука. Да это уже покрупнее. Не, ну кошаку-то пойдет. Он. На съемке такая вот сюда. Кому большой был. Радость не дам. Вот и где сетку вся. Там? Не скажу. Сука. Это нашел, военная тайна. Я нашел место. Ну какой. Ну покрупнее, да? Да нет, смотрите, по сравнению с этими. По сравнению нет с этими, которые там покрупнее. Да и ничего, она у нас. Год. Да, такой, да, прикольно. У нас не ловится. Хоть у мужиков посмотреть, поснимать. Как у них хоть ловится. Так, а что вы думаете, брат? Только сетку снимать. Да сейчас уже будем собираться. Да, тут один вертик. Чуть-чуть. Ну и сиди, ветка. Ну сиди, правда. Почетный тоже. Редко, но нет. Делай, да он пролезет должен. Ну да. И пятерка он пролезет. А, вот,
Какая сильная рыба, блядь. Ну, вон горная же какая-то. Речка даже. Она с камеры, с речи выходит. Ну, ну, как раз она здесь вот протекает. Ну, пельмени заебаты. Пельмени? Да. Ну, я смотрел. Толстенько? Ну. Да. Ну, вот, когда небольшой, нормально. Когда здоровый, она жирнищая. Да, он просто здоровый делает. А маленький жарит ее. Лимок жарит. Рукавичку она выжимает, жирки. Ну а с хариус, хариус вообще мне не нравится. Сухая рыба. Я сушу там. Хариус. Ну, может быть. Ну а что, забыл? И то, блядь, там мороженое, блядь. Да. Ну вот, блин, там мороженое сделаю. Боже, тут не напоминка в дубле. Котлеты вот. Ну вот и нахуй. Хуйни, котлеты. Капусты, блядь. Хлеба пахнет. Не жирные. Сейчас уйдет. Много хлеба, да? Ну что, блядь, не мясо. А, или запах мяса? Запахом хлеба. Ну, все, кончилось. Все. Так, пошел по кругу проверять. Пойдем. Ничего не разнообразие, да, больше? Ну-ка, Саня, давай. Ленок. О, Саня ленка поймал. Маленького. Ну, все. А ты говоришь, нет рыбалки. Да? Ну, это уже хотя бы не в холостую. Ну-ка. Что-то попал, не хон намотал там. Да? Ну видишь, как удачно. Сначала у одних посмотрели, сейчас у других я смотрю. Сейчас пойдем нам посмотрим, что у нас там. Ну вот уже что-то. Уже не в холостую. Она пойдет на жару. Да, посмотри. Наша. О! А у меня касатка попалась. Касатка. Касатулька. Ну вот она тоже у меня поймала. О, на хапушку тоже. Хоть такая маленькая, ну уже. Саня! Че, пускай плывет. Собираемся домой. У нас рыбы мало было. Целую касатку поймали. Все-то ходят, сетки проверяют. Ну вот. Порыбачили, как сказать, порыбачили, херню пострадали, наверное, больше. Поймал я на хапуху одну маленькую касаточку, плеть еще по-другому у нас она называется. Сашка, который тоже с нами тут рыбачил, он поймал на хапугу одиночка. А мужики, которые рядом были, сетки проверяли. На первой сетке у них, правда, ничего не было, во второй уже было как бы неплохо, там щука в основном была. Там пеленочки были, сишки. Даже один маленький карандашик попался им в сетку. Ну, в принципе, как-то так порыбачили. Ладно, кому понравилось наше видео, подписывайтесь на наш канал, пишите комментарии. Всем рыбакам, будущим рыбакам, не хватает чешуи. До новых встреч. Пока-пока.